Приветствую вас всех на своем канале. Я нахожусь на больничном, мне нельзя вообще ничего, у меня такая строгая диета, и поэтому сегодня у меня такой суши торт. Здесь просто без соли отварной рис, как на роллы, крабовые палочки, сыр янтарь обычный наш российский, такой кесский какой-нибудь лучше, или не знаешь, молоко понатуральнее, и просто огурчик свежий. Вот, немножко попробую такого, потому что уже, честно, вообще нет аппетита, уже вообще не знаю, что покушать. Сюда можно, ну, в следующий раз я сделаю с авокадо и с семгой малосоленой, пока мне нельзя. Поэтому мы крепимся. Еще можно, у меня только один слой сыра здесь, а так обычно, когда я, ну, такая в здоровом состоянии, то на рис можно нанести тоненький слой майонеза, можно домашнего. Потом уже, допустим, рыбка какая-то идет. Можно тунец, можно горбушу, можно семгу. И уже потом слой сыра плавленного. Можно сыр специальный Филадельфия для роллов. Единственное, сыр янтарь, он очень плотный. Я его немножко подогрела в микроволновке и просто залила рис вместе с крабовыми палочками. И вот сверху просто огурчики положены. Еще можно сюда посыпать кунжут. У меня кунжут, по-моему, закончился. Может, там есть чуть-чуть. Уже в следующий раз сделаю, потому что даже что-то кунжут пока не рискую. Все равно он такой тяжеловатый для желудка. Вот и все. Попробуйте, когда вы на диете, порадовать себя вот таким вот легким суши-тортом. Можно вообще начинки делать любые. То есть это сделать как салатиком. Кто-то может с грибочками, с курочкой, кому как нравится. Кто-то просто с овощами различными. Вот и все. Всем до новых встреч. Жду пальчиков вверх.